Итак, мы приехали в Sunny Days El Palacio. Вот такой у нас пляж, смотрите, он прямо на территории отеля, такая вот заводь сделана, как видите, песчаный пологий вход, для детишек вообще отлично, так что в этом плане недорогой, кстати, бюджетный отель, стоит вообще адекватных денег. Ну и плюс сейчас вот мы здесь находимся, и если обратно перевернуться, то вот здесь еще есть выход на пирс такой, сейчас вам подробнее покажу. Вот так мы выходим, и здесь сразу глубоко, и вот он наконец-то. Чистое море, где можно поплавать и посмотреть рыбу. В этом плане, конечно, этот отель очень хорош по сравнению с другими.